Всем привет! Я сижу, монтирую видео в наушниках и услышала краем уха, что Вика села за гитару. Перестал. Жаль. Хотела показать. Она перестала играть. Короче, что хочу сказать. Я просто очень давно не слышала, как Вика играет. Она постоянно в последнее время с длинными ногтями. А когда мы приехали с Москвы, она пообламывала ногти и ходила вчера или позавчера к Хатуне. И все сделала коротенькие и наконец-то села за гитару. Правда, 12-струнная, она на ней не играла. Но смотрю, так играет, и песню, с которой она выступала, когда ходила на гитару, первое ее выступление с этой песней, прямо, ты ее помнишь, да, дочь? Помнит ее до сих пор. Ну все, я выключаю играть, стесняется. Так, сейчас покажу вам, мы сделали покупку. Зар, ты бежишь? Да. Купили вот таких два стула, как бы кресла. Купили мы их за очень дешево. Сядь, сынок, очень удобно. Одну Вике купили, одну Назару. Ну как? Да, на него можно вот лечь, вот так, как бы оно гнется. У меня есть предложение, от которого вы не можете отказаться. Да. Стулья классные. Взяли мы их очень дешево. Подожди, у нас друзья... Еще и вот так вот делать? Да, да. А у нас друзья просто закрывали свою, так сказать, офис, или как это сказать. В общем, там все распродается, офисные все принадлежности. Подожди, сынок, я расскажу. И, в принципе, нам два стула достались практически, можно сказать, на шару. Спасибо друзьям огромное. Я давно хотела купить детям эти стулья для занятий, потому что Вика говорит, на табуретке уже у нее спина болит, неудобно мне много тоже, писать. Назару тоже. Теперь они у нас с такими креслами. Можно кататься. Они практически новые. Состояние вообще отличное, супер-пупер. В общем, я довольна. Назар, да это не кататься взяли. Это карусель. Чудо. Сына, что это? Ку-ку. Есть предложение, от которого вы не сможете. Я сейчас ухожу. Папа приходил, он сейчас у Юры, они будут сосиски жарить. Хочешь, погнали вместе. Сосиндросы? Сосиндросы, да. А что мне с ухом делать? Я не знаю, что теперь тебе с ухом делать. Надо было лекарство пить. Назар... Негодяй, не пил лекарства, и никто не контролировал, пока меня я не было. Вот так вас оставлять и уезжать. Это я просто один денек не попил, и все. Смотри, провод. Чумышка валяется. Назар. А это не я, она сама сбежала. Назар, перестань, пожалуйста, ну, опять. Ну это ж хомяк, ну ты же не видишь. Ладно, хорошо. Я верну, кстати. Хорошо, идешь, не со мной? Ой, она так сливается, это мыши с этими... С журнальчиком этим. Надо такие коврики купить. Так это под не мышку. Мышка, это хамель-мышка. Хамель-мышка. Надо, говорю, коврики под мышки купить. Потому что вот так вот очень плохо мышка реагирует. Вот хорошо, мы и здесь, вот. И там я у себя у тоже подкладываю. Угу. Завтра будем уже убирать эти все новогодние наши я принадлежности. Это мой ночник теперь. В смысле? Гирлянду оставишь? Да. Да ну. Как вы на той. Да. Тоже оставили. Не, я буду снимать. Я хочу купить этот большой контейнер, как у Лены, под, ну, хомяки живут вот такой величины. И его, ну, сделать его под этот, скажу. Мышку? Нет, под новогодние все игрушки, украшения. Мне кажется, в контейнере, ну, эти гирлянды, в контейнере, мне кажется, оно будет лучше сохраняться, не побьется, не помнется. Как тебе подушка, вот этот сыр? Ух, она мне и нравится, такая клевенькая. Только вот один нюансик, когда спишь,
Что, нос мешает? И глаза, они ж пластиковые тут. Ты теперь с этого кресла, я смотрю, не вылазишь. Да? Угу. Я кайфую. Ну так что, ты идешь со мной, не? Да, иду. Карлсон. У-у-у, я летучая кресло. Господи, Назар, ну что за колбасня? Ну как-то будь взрослее, я не знаю. Давай, собирайся, если ты идешь со мной. Если нет, то я погнала сама. Да. У тебя к школе уже все готово? К школе, говорю, все готово? Да. По одежде? Да. Что да? Где? Там. Точно? Да. Стирать там что-то надо было. Я что-то постирала, ты кстати. Да, да, что-то я постирала. Ну все, окей. Ну, а что ты одевайся, я тут покатаюсь чуть-чуть. Ах, короче, Назар еще. Чудо еще то. Так, все, собираюсь. Назар соскучился за своим квадрокоптером. Все, приземлил. Теперь я профессионал. Погнали, на улице попускаешь. Ну, эту крышу. Мы наконец-то вышли. Уже потемнело, пока мы вышли. Запускайся, Сина. Запускать? Да. Прямо сейчас? Да. Слушай, если честно, я не уверен. Чего? Главное, высоко не запускай. Все, и теперь погнали. Идем за квадрокоптером. Ветер очень не запускает. Ветер? А что, ветер его уносит? Как же? Ой, видишь? Такой свет красивый. Видишь, прям фары. Вот, видишь, направо вот. Угу. Его сдувает влево. Ну хорошо, приземли мне на руку и давай это. Да ты что, в руку. Давай. Я сейчас посмотрю, как ты натренировался. Давай. Ну. Ну. Я уже подставляю. Давай. А? Я словила. Почти. Да не ты словила. Это ну, ты поставила. Да. Все, держи. Все, погнали. Ну, я почти. Назар, тебя зовут. Если бы не ветер, я бы это сделала. Угу. Назару девчонки пристали. Что там шепчешь, Назар, сзади? Да не, ничего, ничего, ничего. Шептун. Нас провожают? Да, нас провожают. Да. Да. Ну запусти, пусть посмотрят. Ну просят же тебя, сына. Что ты такой вредный? Смотрел, как квадрокоптер летает? Нет. Смотри, сейчас видишь. А я видела. Только тут грязь, сына. Да ничего страшного, я опытный пилот, в принципе. Ой! А, это мальчик, девочка. Я говорю, девчонка. Давай, давай! А давай! Господи, я летающий человек! Я не могу играть! Уже папа звонит, Назар. Алло. Уже подходим, Назар, просто еще. К нам детки подошли, попросили его, чтобы он запустил квадрокоптер свой. То, в общем, идем уже. Мы уже подходим, я уже даже слышу запах костра. Заходи. Я хочу, знаешь, что сделать? Что? Папа сказал, что твоим квадрокоптером будем костер раздувать. А это, кстати, идея. Да, я говорю, ты что, страшно, сейчас сгорит. Идем. Да? Ну, идем. Старайся, чтобы он не сильно запускается. А ты сделай вот так. Смотри. Что там, еще сосисок нету? А где мы его разжечь не можем, все сырое. Я же тебе говорю, что я говорю, я же вижу дым только. Танцы с бубнами будет ужаснейшее. Это сахарный пенит. Тихо. Слушай, а если он разрядится, упадет в костер? Мы что-то... здесь рядышком, и там решетка лежит. Ну хорошо. Смотрите, давайте. Команде, вот так вот один раз или два? Один. Давай. Давай. Все, только один.
И он не взлетает. Да, папа! Сейчас с Назаром взлетит вместе. Ну, так я хотел, чтобы он взлетел. Чтобы ты взлетел. Взлетай его. Взлетай его. А что нет? Страшно. Страшно. На, ты будешь управлять. Ой, Мася, давай. Давай. Летает над костром-то и все. Да. Надо его это. А если разряжется? Ну, поймаем. Ну. Да, он же когда разряжается, так потихоньку. Ну да, давай. Самое главное, чтобы не улететь. Ух ты, да, управляющий сейчас папе голову снесет. Вон, смотри. Алло. Класс. Такое зрелище. Слушай, оно распаливает. Куда ты улетел? Ой-ой-ой-ой-ой, ты так низко не делай. Привет. Ты видел? Раздул моментом. Даньку не зовешь показать. Да, кстати, зови Даньку. Мы просто только зашли и сразу к костру побежали. Зарядка есть. Там, конечно, ничего не видно. А запахи какие? А пахнет як. А присвети фонариком. Уже выложили сосиски, но они еще, наверное, не поджарились. Только положили. О, вот. Это называется, знаете... Бзык. Бзык, да. Это скромно, быстро. Вот когда захотелось чего-то на костре, быстренько раз, сосисочки сообразили. И молодцы. Так, готов уже стол наш такой. Вон мой любимый сыр с плесенью. Сыр, косичка, орешки. Шарон тоже я очень люблю. И сосисочки ребята уже пожарили. У них сегодня пивной день. Так что они пьют пиво. А я ем сыр, хурму и сосисочку съем. Ты посмотри, какое у нас пиво. Я никакое не люблю. Так, мы уже дома. Я сейчас буду быстренько еще готовить, кушать. Сейчас будет... Я его лепила из того, что было. У меня есть макароны. Что у меня тут еще есть? Ой, что у меня здесь есть? У меня есть сосиски. Хорошо. Так, у меня есть вот такой маринад. Угадайте, что я буду готовить. И молоко потекло. Обалдеть. Ай-яй-яй. Где-то оно вытекает, представляете, дырявое. Дырявый пакет, что ли, попался, вообще жесть. А что ж делать, перелить его, что ли? Сейчас надо вытаскивать его отсюда. Ладно, что-то с ним решать. Ай. Так, это протрем. У меня есть мой сырок любимый с плесенью. Но я его пока не буду есть. Так, и что еще? Так, что еще? Вроде бы все достала. А, не все. Лук. Где лук? Есть. Лук. О, есть половинка. Вот, есть половинка. Я использую половинку. И буду сейчас готовить. Я когда-то готовила, и Вика говорит, попросила, чтобы я еще раз сделала. И это всем нравится. По типу макароны по-флотски, только я поджариваю лук, сосиски, заливаю его маринадом это все, протушиваю и потом засыпаю макароны, перемешиваю. И вот тоже очень интересно получается для разнообразия, кстати. Вот, а завтра мы идем, завтра нас пригласили на Старый Новый Год, нас пригласили отметить в гости, вот, и мы завтра идем в гости, поэтому я наготавливать не буду, я завтра приготовлю тоже пару салатов, еще чего-то, не знаю, в общем, у меня тут, кстати, списочек есть, что я буду готовить. А, мимоза, оливье. Помидоры попросили меня мои маринованные взять. Возьму баночку. А компот сварю
и мой любимый сыр с плесенью. Еще, наверное, бутылку шампанского куплю. Но это все будет завтра, уже в следующем видео я вам покажу. А сейчас приступаю к готовке. А еще я купила яблочки и мандаринки. Это тоже входит в меню. Вот Вика уже приступила к мандаринкам, она любит очень. Назар тоже. Таблетку выпей. Назар, кстати, пока меня не было в Киеве, я была, не пил таблетки, пропускал. Вот так я вот оставлять. Я только пропустил. Ну, пропустил же. Своей глупости. Молодец. Тупость. А теперь у него заложило ухо? Или уже не заложено? Пошло на ухо. Ну, короче, я вообще в шоке. И как долго оно так будет? Ты же говорил, что уже вроде прострелило. Мне показалось. Нет, все-таки, ну, не знаю, придется к лору идти, не знаю. Теперь добавлять еще лекарства какие-то. Ой, короче. Ну, вообще, как отвалилось. Угу. Ой, я высыпала яблоки и мандарины сюда в корзинку. Мне, кстати, понравилось, очень прикольно смотрится. Можно даже, когда уберется этот дождик, тоже будет. Прикольно. Конечно, не полная корзина фруктов, как бабушка нам приготовила под елочку. Но все равно прикольно. Подошел, взял и съел. Так, ну, в общем-то, уже у меня здесь варятся макароны. Уже Вика ко мне пришла, помогает. И здесь обжариваются вот сосиски с лучком. И сейчас залью это все маринадом, но это не принципиально именно этим маринадом. Там я, в принципе, бывает и соусом заливаю, вот, допустим, вот такой вот соус просто, шашлычный соус там, допустим. Или, ну, то есть разными, я разные маринады каждый раз беру. Это не обязательно, это вообще очень быстрый и ленивый такой рецепт. И в то же время вкусный и не принципиально, что есть, то и добавляешь. Главное, чтобы это было с томатом. У нас тут произошла перемена. Мы решили не бросать. Это немножечко не то, что мы обычно добавляем. Ох, Доча, ты вот это так играешься, мне страшно. Вот, и поэтому мы это не полностью бросили и... добавили все-таки этот соус. Так будет, наверное, лучше. Так, и как это, финишный момент. Вот Вика любит все делать без ложки, без это, без лопат. Ты ничего не запачкала. Странно. Ни ложку, ни лопатку. Ну, все равно. Ну, что-то случилось? Что-то не, не случилось. Вообще, говорю, у тебя, ну, вот ты любишь вот так делать все. Просто рассказываю, как твоя, это, как это сказать, фишка, изюминка, точно. Не знаю, привычка, как это еще назвать. Слушай, не маловато колбасы, настолько макароны. Обычно как-то краснее они получались. Ну, потому что обычно мы делали с томатной пастой, а не с маринадом с сушеной. Ну да, это что мы с маринадом. Кстати, папа сказал, давай вот этот попробуем. В общем, ну, я как-то обычно. Повелась. Как-то я так повелась. Все, кому насыпать? Кому насыпать? Не, я не буду кушать уже на ночь, ты что? Может, Назар поест? Папа тоже навряд ли на ночь будет. Все, на этом все. Можно отдыхать. Хух. Люблю, когда уже нечего делать. И можно все сделала. Школу Назар готов. Ужин готов. И когда уже все сделано и все готово, я могу позволить себе повтыкать в интернете, в телефон, посмотреть видосики, может быть, какой-то сериальчик, ну, в общем-то, часик поваляться спокойно и свободно. А ты кушать идешь, Назарушка? Не знаю, Вика меня позвала. Да, надо покушать. Болит ухо? Нет, не болит. Хорошо. Я не хочу есть. В общем, на этом все. Всем пока. Всех целую. Пока-пока. Пока.